История про нашу команду. Приехали сюда, Хабаровск, и все говорят, давайте пойдем в магазин и купим каких-то классных местных продуктов по дешевке и привезем в Москву. А потом возвращаются люди, и у них челюсть висит вот здесь, потому что цены здесь выше, чем в Москве. Как оно может так работать? Как это может? Это же извращенная страна. Это просто бред. В Хабаровск входит в пятерку городов с самой высокой ценой недвижимости. Что? Как? Это катастрофа. С учетом уровней зарплат это означает одно, что никто здесь не может купить себе жилья. Никто не может создать семью и снять или купить квартиру, особенно с учетом цены ипотеки. И это наша бедность, наш низкий уровень жизни напрямую связан с их дачами, дворцами и яхтами.